У нас в Беларуси існує вельми добрий звичай самых дорогих жаданных гостей сутрахать хлебом с солью. Мы батьковский звичай зберегаем, гостей хлебом с солью витаем. Калі ласка, проходим. года в отделе записей актов гражданского состояния Березинского райисполкома регистрируют брак Хвашевский Александр Иванович и Санько Людмила Ивановна. Уважаемые молодожены, сегодня у вас особый, неповторимый, очень ответственный и очень счастливый день. Пройдет несколько мгновений, и вы станете самыми близкими и родными людьми на земле. Вам придется делить поровну все. И радости, и неудачи, счастье и огорчение, бытовые неурядицы и бессонные ночи у детской кроватки. Ваша семья создается в очень нелегкое время социальных перемен, и нужно особое мужество, чтобы научиться отвечать не только за себя, но и за близкого человека, за будущих ваших детей. Но в этой минуте есть и особое счастье делить все заботы с родным и близким человеком. И я желаю вам, чтобы все трудности стали вдвое меньше от того, что вы рядом, и все радости вдвое больше от того, что вы рядом. Пусть пошлет судьба хороших и добрых детей вам, пусть радуются, глядя на вас, ваши родители, пусть тянутся к вам хорошие люди. Хорошая семья, теплый дом, где хорошо и уютно каждому, достается очень нелегко. Мне хочется, чтобы вы осознали это, отвечая на те вопросы, которые, согласно традиции и закону, я вам сейчас задам. Александр Иванович, готовы ли вы всю жизнь быть верным человеком или верным другом Людмилы Ивановны? Берете ли вы на себя ответственность за будущее вашей семьи, за будущее ваших детей? Людмила Ивановна, является ли искренним и чистосердечным ваше решение стать женою Хвашевского Александра Ивановича? Да. Какую фамилию избирают жених и невеста после регистрации брака? Жених? Невеста? Учитывая ваше взаимное желание создать семью, отдел ЗАГСа Березинского районного совета народных депутатов в полном соответствии с законом регистрирует ваш семейный союз и после регистрации, по вашему желанию, присваивает фамилии мужу Хвашевский, жене Хвашевская. Свое желание вступить в семейный союз я вас прошу скрепить подписями. Для этого пройдите туда за столик. Субтитры сделал DimaTorzok.
столу свидетелей и засвидетельствовать о регистрации брака. Пожалуйста, садитесь. Свидетельница, держите ручку. Уважаемые Людмила и Александр, своими подписями в записи акта о заключении брака вы подтверждаете взаимное проявление вашей воли в совместной супружеской жизни. Отныне вы объявляетесь мужем и женой. Пусть вам запомнится эта минута, да будет священна она. Отныне не просто вы друг и подруга, отныне вы муж и жена. И как символов любви, дружбы и уважения друг к другу, я вас попрошу обменяться вашими обручальными кольцами. А сейчас вы поздравляете друг друга с днем бракосочетания. Пожалуйста. Уважаемые Людмила и Александр, я вас сердечно поздравляю с днем бракосочетания. Желаю вам судьбы славной и жизни большой. Будьте в своей семейной жизни щедры на труд, на любовь и на крики новорожденных. И, невзирая на все наши сегодняшние невзгоды, пронесите свою дружбу и любовь через всю вашу совместную супружескую жизнь. И сегодня я вам вручу свидетельство о браке, документ, который удостоверяет создание вашей семьи. Пронесите вашу дружбу, любовь и преданность, и этот документ, который выдается один на двоих, с честью и достоинством через всю вашу совместную супружескую жизнь. И я вам хочу пожелать, чтобы это свидетельство о браке с вами праздновало и свадьбу серебряную через 25 лет, и свадьбу золотую через 50 лет. Я вас поздравляю, счастья вам желаю. Будьте счастливы. И вам советую любовь, будьте счастливы. Возьмите ваши документы. И сегодня в присутствии ваших свидетелей и гостей я вам передам на хранение и для заполнения вот эту вот летопись семьи. И хочу вам пожелать, чтобы ко дню вашей свадьбы золотой вы, ваши дети, внуки, правнуки, все сегодняшние здесь присутствующие гости прочитали, как же хорошо, радостно и счастливо вы дожили до свадьбы золотой. Пожалуйста, берегите и храните. А теперь гости и друзья, поздравьте новобрачных. Не 20 на выходе снимаем, что вы учите потихонечку. Не старайтесь на этап Так, хорошо. Спасибо большое.